все, Марк, по-моему, все. Лара сюда приезжает, там дочитает. Жанна Хабгина, отца Бородевсы, Зихин, Джерин, Газила, Зиктой, Лайм, Рахахай, Нисва, и Хабрусский Хакшир, Кузигин, и Кшир, Кузигин, Абскугин. Спасибо, присаживайтесь. Мы с вами продолжаем изучение книги Экклесиаст и подошли к 4 главе. У нас уже есть уроченный чтец. Спасибо. Вот. Значит, 4 глава. Первые три главы, которые мы с вами изучали. Сейчас мы кого читаем? Экклесиаст, да. Первые три главы, которые мы с вами проходили. Основную тематику вы уже знаете. Экклесиаст или царь Соломон прямо с этого и начинает. Все есть суета, сует и Марк, томление и духа. Духа, да. Если в первой главе у нас эти размышления шли по кругу, то в последующем мы говорили, включается такой маятник из антиномии. Белое, черное, жизнь, смерть, хорошее, плохое и так далее. И это было сделано для того, чтобы под солнцем, если нет загробной жизни, если нет воскресения мертвых, если нет Бога, если нет Духа, то вот просто под солнцем такой человек, ведущий добрый, моральный образ жизни, вот, какие у него ориентиры, какая у него ценностная ориентация, к чему он стремится и как ему найти такое равновесие между плохим или печальным, или нехорошим, или злым, и хорошим, добрым, приятным. Вот этому была посвящена третья глава. Такая попытка присутствовала. И мы говорили, что это очень похоже на древнегреческую стою, да, школу стоиков, которые тоже пытались жить в гармонии, насколько это возможно, в гармонии с природой, также гармонизировать межличностные, то есть человеческие взаимоотношения и проживать свою жизнь в покое. Потому что покой это был у них главный такой атрибут, на который они равнялись. Возможно ли это? Ведь Соломон нам предлагает такую некую игру, размышление. Он же философ у нас, да? Он же проповедник. Он же собрал нас всех вместе, он Когелет, и он нам предлагает различные варианты. Вот, если так, то это, если это, то так. Вот была попытка в идеал возвести, найти вот эту золотую середину. А теперь давайте посмотрим, в каких условиях эта золотая середина нами должна быть искомая найдена под солнцем. Итак, первый стих, пожалуйста. И вновь посмотрел я и увидел все те угнетения, которые делаются под солнцем. Я видел слезы угнетенных, но у них нет утешителя. Сила на стороне их угнетателя, а у них нет утешителя. И посчитал я, что те, кто уже умер, да, спасибо, те, спасибо. Это уже следующий стих. Спасибо. Первый стих. Итак, я видел всякие притеснения, которые совершаются под солнцем. Мы рассматриваем человеческое общество под солнцем, которые совершаются под солнцем. И вот, слезы угнетенных, обиженных, да, несправедливо, а у них нет утешителя. Ибо, а почему? Почему угнетенный или ущемленный человек не имеет утешения? Почему? Потому что ибо в руке угнетателя сила. Ну, это и понятно, человек, не имеющий силы, вряд ли будет кого-то угнетать. Да, конечно, это... А у них, у угнетенных, утешителя нет. Дважды это повторяется, тавтология это для усиления, естественно. Понятно, что влиятельные люди, люди, обладающие властью, могут причинить неприятности людям, которые не обладают властью, людям, которые не влиятельны. Это так и есть. Да.
Очень часто плохие правители, они поощряют плохих чиновников, поэтому какая-то круговая порука, да, создается, потому что не просто так один негодяй вот где-то присутствует и всем портит. Нет, там обычно цепочки, которые вверх и по горизонтали, по вертикали распространены. И, соответственно, плохие чиновники или плохие люди, не обязательно чиновники, они заставляют страдать народ. Тот же Кагилет говорит, если правитель внимает лжи, все его сановники становятся злодеями. Дорожка протаптывается, все уже знают, как нужно себя вести. Внимает, значит, кто слушает? Да, кто в этой иерархии присутствует? Кто может лгать? Кто может угнетать? Ну, первое, кто на ум приходит, судьи. Да, суд. Это то, к чему люди, институт, да, мы даже называем это независимой ветвью власти, так пафосно называем это, да. А почему мы стремимся к этому? Потому что, ну а кто должен под солнцем зло, значит, обуздать, а справедливость, благодаря кому, должна восторжествовать? Ну, конечно, суды. Судьи гуд, говорит он. К примеру, богачи у них невиновны, а человек, который не может дать необходимую мзду, он всегда будет виновен. Всегда. Второе. Купцы, то есть торговцы. Купцы – это торговля, это обеспечение человека его потребностями, ну, самым необходимым. Купцы, первое, о чем говорит Священное Писание, это у них поддельная вот эта мера весов, чем они взвешивают. Или чем они отмеряют, если это сыпучие какие-то и жидкие продукты. Это подделка. Поэтому в древности, это я уже возвращаюсь к нашей христианской эпохе, меры весов, этих литров, ну, то, унций и так далее, и сыпучих предметов, вот мера, по которой на рынке можно было перепроверить, эквивалент, где хранился? Где? В храмах. Всегда в церквях, банк, да, в средневековье. Почему? Мер, потому что церкви доверяли, в отличие от рынка, доверяли церкви. И поэтому эталоны, да, эталоны мер всегда хранились в храме. То есть люди прятали самые ценные. А священники разрешали? Конечно, конечно, потому что храм в Средневековье, это не то, что сейчас мы приезжаем раз в неделю. Храм в Средневековье – это место собрания, где получали информацию, где делились опытом, где принимали решения. Храм – это экклесия, это собрание людей. И, соответственно, мера весов, эталоны весов тоже хранились в храме. Этому доверяли. Если нужно было кого-то уличить, перепроверить или еще что-то, обращались церковь, и вот суду как бы Божьему уже доверяли, а вот на рынке, да, сами понимаете. Почему? Вот потому что еще царь Соломон говорит, купцы — это те, кто обманывают, у них неправильная мера, они взвешивают неверно, берут большие деньги за некачественный товар. Тоже присутствуют? Присутствуют. То же самое. Пророк Амос. Пророк Амос. Слушайте это, топчущие бедных, уничтожающие нищих страны, говоря, когда пройдет праздник новолуния, это купца, чтобы, ну, новолуние, Новый год, пожалуйста, чтобы нам продавать зерно, и суббота закончится, чтобы нам торговать пшеницей. Ну, это праздники, праздники, естественно, торговли. А что, в субботу не разрешают торговать? Конечно. Вообще так говорить? Нет, у нас суббота вообще... Если камнями побивали, вы же помните. Суббота, да, вообще ходить нельзя было даже. Урезая меру, завышая цену и обманывая неточными весами, покупая... Это раз, это одна сторона вопроса. Другая сторона. Покупая нищего за серебро и бедного за пару сандалий. Но это вообще как бы описывать не нужно. У нас за 2 килограмма хамсы... Тут выборы проводились, помните, да? То есть это очень даже такая нормальная традиция, древняя,
которая описана еще в Ветхом Завете, продавая даже шелуху от зерна. Наивный пророк Амос. Сейчас в любом супермаркете шелуха стоит дороже. Говорят, что она самая полезная. Маркетинг сегодня разыгрывает такие интересные. Да, мы наблюдаем такой процесс, что шелуха от зерна стоит дороже самого зерна. Это пророк Амос. Итак, о каких притеснениях идет под солнцем? А Соломон подумал об вот этой золотой середине и далее описывает, в каких условиях человек ее ищет. Вообще, надо сказать, что в Ветхом Завете сострадание к угнетенным – это главная тема. Она вот проходит через весь Ветхий Завет. Итак, угнетение народа царем. Одна из самых распространенных форм угнетения. Жестокий правитель нерассудителен, говорит Соломон. Казалось бы, да, уж от кого, как не от правителя, ты все эти. Но здесь речь идет именно о рассуждении, а не о демагогии. Это разные вещи. А жизнь ненавидящего нечестную наживу продлится. Нажим, что имеется? Нечестная нажива, что нечестная думаешь? Выгода, да, нечестная выгода, его жизнь продлится. Мы с вами наблюдаем классический ветхозаветный параллелизм. В данном случае он антиномичен, противопоставляется, да. Жестокий правитель нерассудителен, это параллель. Не жизнь ненавидящего продлится, ненавидящего наживу. Здесь вот такое противопоставление, оно будет очень часто встречаться. Далее. Угнетение раба его хозяина. Это же период рабства. Не обижать наемного работника, который беден и нуждается. Будь то брат израильтянин или чужеземец, живущий в одном из твоих городов. Чужеземца обидеть – это самое, как мы их называем, гастарбайтеры. Как мы их еще называем? Как мы еще называем людей, которые из другой страны? Они наименее социально защищены. Потому что если ты то, что позволяешь себе по отношению к любым чужеземцам, попробуешь, так сказать, проявить к собственным жителям, да, ты обязательно можешь получить ответную реакцию. Ответную реакцию от чужеземца, который социальными связями не обладает, законом не защищен, какая может? И поэтому не только у нас, во всем мире так было всегда, что чужеземец, он первый подпадает под удар социальной несправедливости. Да, он не защищен. Сейчас немножко изменилось. Далее. Угнетение бедных зажиточными, притесняющие бедных, чтобы обогатиться, и дающие богатым подарки, обнищают. Удивительно. Казалось бы, этот процесс происходит именно для того, чтобы удержать богатство и увеличить его. Да? Все мы знаем, что где-то нужно дать им сдоу, где-то нужно что-то решить. И таким образом выстраиваем определенную стратегию. А царь Соломон, много поживший и много чего видевший, и все это... Я не могу вам сказать, больше 70 лет. Соломон? Разве он не больше прожил? Это Давид 80 прожил. Соломон, наверное, прошел дольше. Да, Соломон, мы, к сожалению, точно не знаем, только предание пользуется. И наблюдая, как бы, вот весь этот процесс сверху вниз, да, все эти процессы, в том числе и политическая иерархия, экономическая, социальная, это круговерти, он делает выводы, притесняющие бедных для своего обогащения, а очень легко притеснить бедных, просто какую-то сумму не додай, вот у тебя уже из 100 бедных, у тебя уже прекрасная, да, сумма получается. И дающий богатым подарки, а для чего богатым дают подарки? Ну, чтобы... Понятно, да. Они обнищают. Почему? Зачем богатым подарки? Это подхалимство. Это...
Социальная, вот такая социальная стратегия, вот такая социальная стратегия приводит вот к таким результатам, говорит царь Соломон. Вот такая социальная стратегия. То есть речь идет о чем? О социальной, опять-таки, несправедливости, которая создает социальное напряжение. Социальное напряжение приводит к чему? Брусчатка, орудие пролетариата. Да, конечно, конечно. Это конфликт, который никак не разрешается никаким образом. Далее, еще какой вид? Угнетение бедных бюрократий. Каждый получает прибыль от земли. И даже царь извлекает из нее свою пользу. Когда в древнем Израиле при царе Самуиле народ возроптал и сказал: «Дай нам царя, мы хотим иметь царя, как все остальные». Он им сказал: «А вы знаете, что будет делать царь? Он заберет лучшее из того, что вы имеете». То есть до этого у них был общинный строй. Они захотели царя, как у других народов. Мы же часто смотрим на другие народы и пытаемся что-то у них заимствовать. Как нам кажется лучше. Да. Он говорит: заберет себе лучших коней, лучшие стада, лучшие земли. Дети ваши будут прислуживать в его дворце. Да. Не царь у вас Господь, говорит Самуил. Нет, дай нам помажем. На что Господь ему говорит? Ни тебя они отвергли с тем, что ты их предупреждаешь, они меня отвергли. То есть, создая в сознании падшего человека, не только другие боги присутствуют, иные боги, да, но и само восприятие власти как таковой переносится, происходит перенос от Бога Всевышнего к человеку. Власть человека. Кто встанет, если мы занесем распятие или икону, но зайдет сюда первое лицо государства, нашего, соседнего, или еще какого-нибудь. Вскакивают все. Вскакивают. А почему? Почему? Или иной пример, вот то, что мы называем демократические выборы. Да? Каждый выбор это какое-то, кажется, что вот-вот должен начаться страшный суд, и вот только новоизбранный его остановит. Или он принесет благо всем. Почему это происходит? Потому что путают мессианские чаяния, которые в душе находятся, с политическими. То, что мы называем жизнью под солнцем, это обычная вещь. Ничего не изменится радикально. Но правителю, или кого хотят видеть правителем, усваивают свойства мессии. Говорят, как эти юноши и девушки с горящим взглядом, говорят: ты знаешь, какой это человек? О двух руках, двух ногах, голове. Это обычная человеческая природа. Какой это человек? Ну какой? Он небожитель. Или что он? Он ходит по водам, он исцеляет прокаженных. Какой человек? Ты знаешь, какой это человек? Вот. Происходит такая подмена или замена, или вытеснение, как угодно эти процессы постоянно идут. То есть человеку усваивают некие волшебные, практически волшебные свойства. Это каждый раз, понимаете? Вот. А для чего очаровываются? Чтобы уже через месяц сказать: о, это все, и так далее. И человек вот в этой круговерке, почему Соломон ее называет, как он ее называет, суета-сует, в этой круговерте, да, очаровывается, разочаровывается, и так может продолжаться до самого, и он говорит: нет в этом и трона, то есть пользы. Это вот просто игра, которую человек играет. Итак, каждый из них, стремящихся к власти или владеющий властью, он для чего властью владеет? И получает и прибыль от земли, даже первое лицо извлекает пользу. А для чего еще? Какой еще смысл? Далее. Вот здесь стоит слово «правитель» в 28 стихе, но есть еще один перевод. «Бедняк». То есть равные по социальному статусу, скажем, бедные, они тоже друг друга угнетают.
А что, они какие-то другие люди, они не похожи на других, то есть только вот как в какой-то своей такой прослойке. Итак, здесь два значения, либо правитель, притесняющий бедняков, либо бедняк, притесняющий бедняков. Точно дождь проливной, губящий урожай. Губящий урожай, опять потому, что социальное напряжение, несправедливость рождает социальное напряжение. Но при каждом из этих случаев нет утешителя. Вот все, что мы с вами... Если сам царь несправедливость, да, купцы несправедливы, судьи несправедливы, куда обращаться, да, к какой области, куда идти и так далее. Это описывается человеческое общество. Вот структура, она вся пронизана грехом. Вся. Не то, что там какой-то институт, а вот там он весь пронизан. Угнетение пришельцев, отцов, вдов, там, сирот. Если не будете притеснять чужеземцев, сирот и вдов, почему очень легко притеснить сирот, у которых уже обрезана социальная связь, вдов, за которых некому заступиться, чужеземцев, у которых тоже нет этих крепких социальных связей, и проливать невинную кровь на месте этом, если себе же во вред не будете следовать за чужими богами, вот интересно, да, следование за чужими кумирами себе во вред, всегда, всегда, это не только сейчас, это не только во времена пророка Иеремии или во время пророка Моисея, следование за чужими кумирами, это всегда себе это другая во вера. Вред, другая вера, всегда вера. Себе во вред. Конечно. Далее, вот еще что. Притеснение. У тебя они с презрением обходились с отцами и матерями. У тебя притесняли чужеземцев. У тебя творили зло сиротам и вдовам. Это уже другой пророк великий. Кому он это говорит? К Израилю обращается. Это все кого? Это весь, все вот эти обличения к народу Израиля. Да. Они-то имеют декалог пророка Моисея. Да. Они же уже живут, имея закон. Они же не какое-то несмысленное. Там сообщество, да? И вот имея закон, почему сказано, знавший, но не сотворивший, бит будет много. Он вначале, для чего пророки посылаются? Для чего они увещают? Чтобы предупредить, обличить грех. Какая реакция народа на это? Ни один из пророков не умер своей смертью, кроме Даниила. То перепилили пилой деревянной, то отрубили голову, то побили камнями, то еще как-то. Все принимают страшно мученическую кончину. О чем Христос и говорит. Вы отца вашего дьявола, дети фарисеев, потому что его похоти хотите творить, а он человека-убийца искони. И он говорит, вы убивали всех пророков от Авеля, всех праведников, до Захарии, убитого между в алтаре. Илья уже вознес Илья. Всех, да. Илья вознес. Да, всех остальных, все остальные принимают мученическую кончину. Все остальные. Да. Почему? Это реакция на обличение. Ах ты пророк, ах ты обличаешь общество. Закономерный конец. Ну а апогей всего этого Голгофа. Голгофа. Ведь Христос не обличал просто грешников, он обличал самый страшный грех фарисейства. Везде и всюду. Какой результат? Самая страшная мучительная смерть. Никакой причины не было, они нашли. Пророк Захария, не притесняйте вдову и сироту, чужеземца и бедняка. Опять-таки, которые не защищены, не могут защитить свои. Не замышляйте зло друг против друга. А почему это предупреждение? Потому что человеческий ум все время работает в одном определенном направлении. Далее. Пророк Иезекииль. У тебя берут взятки. Это еще есть израильское государство. Оно еще не завоевано. Еще нет Навуходоносора. Еще не разрушен Вавилоном, не разрушен Иерусалим. У тебя берут взятки, чтобы лить чужую кровь. Ты занимаешься ростовщичеством. Это тоже запрещено, давать в рост деньги. Проценты вот эти, так называемые, бремя процентов налагать. Берешь проценты и вымогательством наживаешься на ближнем. Ты оставляешь меня,
возвещает Владыка Господь, говорит пророк. Иезекииль. Народ страны предан вымогательству и грабежу. У нас вот этот термин есть, да, вор в законе. Да. А у него это на самом деле очень интересное понятие. Вор в законе – это как бы асоциальная структура, да, которая себя противопоставляет обществу. А недавно мы слышим, с недавних пор от них, о том, что кого можно назвать грабителями в законе? Те, кто закон представляют. Да. То есть совершенно с другой стороны, они вроде бы они не противопоставляют себя обществу, даже представляют из себя общество, но они защищены законом, а вот обличение. Они защищены. Они, более того, они создают эту ограду из закона для того, чтобы, то есть заканивают грабеж. Да. И надеются на то, что население, оно достаточно инертно, достаточно глупо, оно этого не понимает, оно в этом ничего не смыслит, это же хитросплетение, да? Но результаты-то всегда видны, они всегда налицо. Человек может не разбираться в хитросплетениях закона, но когда он видит, что он ущерблен, а кто-то над ним постоянно, ежесекундно, да, доминирует, ну как, что тут, тут уже понятно, о чем идет речь. Для этого не нужно разбираться. Поэтому человек, как это, грабитель в законе, это не только тот, кто себя противоставляет обществу. Он может быть вполне рукопожатным, именитым в самом обществе. В каком обществе? Таких же преступников, как и он сам. Точно таких же преступников, которые его окружают. Вот, собственно говоря, общество человеческое, которое мы так любим, в котором мы тоже участники. Когелет обращается к Галу, к собранию. Он описывает собрание, и уж Соломон-то сверху видит, из кого состоит это собрание. Там прекрасно видит, прекрасно видит, да, и в чем заключается эта самоавторитетность, да. И какова ее цена, он и описывает. Итак, народ страны предан, посмотрите, не преступники, да? Речь не идет о преступниках, речь идет не о тех, кто ушел в пустыню, как Варавва, да, там бегает, гоняется за римлянами, там или еще что-то. Нет, народ страны предан вымогательству и грабежу. У нас по конституции кто главный в стране? Народ. Народ. И мы думаем, что имея конституцию, мы создадим чудесное, замечательное общество. Народ страны предан вымогательству и грабежу. Они, народ, притесняют бедняков и нуждающихся и угнетают чужеземцев, отказывая им в правосудии. Народ, не руководители народа. Помните обличение, которое мы с вами проходили, да? Отцы ваши и так далее, и так далее. Но и отцы ваши, это же все население Израиля. Он же не говорит, отцы ваши, обращаясь к сановникам. Отцы ваши, отцы народа. Ваши предки были преступниками, иначе говоря. И я первый из них, говорит он. Помните же, да? Даниил молится именно так. Да. Хотя он никакого преступления не совершал, даже народа, он бедный, жил, когда уже крах происходил, да? Но он говорит, я первый, почему? Я несу на себе это бремя. Он себя от народа не... Скажите, да, а что сейчас, такой итак, кошмар по всему миру, с тех пор, они теперь по всему миру это делают, а как они... И тогда делали, это же не характеристика израильского народа, это характеристика и египтян, и персов, и древних греков, и древних... Это характеристика человека, просто Израиль это лакмусовая бумажка, вот книга, да, о которой мы... судим. Ни у какого же народа нет такой книги. Сейчас там власть по всему миру принадлежит именно народу Израиля. По всему миру. Они управляют всем миром. Фактически богатые все люди. Абхазия? И Абхазия, может быть. Пока еще... Ну, вот есть одна страна, в которой вы можете спокойно себя чувствовать. Далее. Торговцы, пророк Осия, торговцы используют неверные весы. И любят обманывать. Не просто там, ой, я ошибся. Нет, любят это дело. А народ Ефрема, это колено, да? А что это за народ?
Ну, Ефрем и Манассия – это дети Иосифа. Иосифа, а, да. Иосифа, от Иосифа колена не было, его двое детей. Якова, да? Да, Яков их, вы помните, возложил свои руки, да, их да. усыновил себе. Да. И они стали родоначальниками новых двух колен. Да. То есть Иуда, ну, это дети Якова, дети Израиля. Какое семейство это? Иосиф, который был в Египте, Потифара. Это евреи. Это евреи. Он сын Якова. Яков, Израиль. Да. Яков, Авраам, Исаак, Яков. Яков. Вот у Якова было 12 детей. Если там группам, что ли там разделили? А, это семиты. Это семиты, да. Это семиты. Итак, торговцы используют, а народ Ефрема, колено Ефрема, хвастается. Итак, ну, то есть, вот мы можем сказать, да, вот все наше общество такое, а вот одно семейство, к примеру, которое просто иллюстрирует, да, говорит, я очень богат, я разбогател, но во всех моих делах никто не найдет во мне ничего незаконного и ничего грешного. То есть чем он хвастается? Он хвастается не тем, что он справедлив, не тем, что он открыт, не тем, что он хвастается тем, что не найдете. Вот о чем идет речь. Пророк есть Осия, один из малых пророков, это до Рождества Христова все. Это все более 2000 лет назад. Вот такая. Повторение мать учения. Вот такая характеристика общества. Итак, каждый раз повторяется, чего нет? Нет параколом, утешающего. Параколом. Ну, мы с вами вот сейчас. Срез общества рассмотрели, да, и там все поражено метастазами, там нет здорового органа. Нет параколов. Параколео – призывать, убеждать, увещевать, уговаривать, настойчиво просить, умолять. Третье значение – утешать, ободрять, давать надежду, моральную поддержку. Нет никого, вы представляете, целое общество, нет никого, кто бы мог утешить, ободрить. Почему? Куда бы ты ни пошел, кругом одни преступления. На ум вот приходит такая сказка итальянская, современных писателей итальянских, о том, что одна, там есть такой цикл, называется «Башковитый курица». Это общество так называют. Люди, мы с вами. Куры. Вот. Одна курица решила вступить в мафию. Ну, для Италии, это вы сами понимаете, как и для нас, иначе говоря, короноваться. Решила вступить в мафию. И она пошла к, я сейчас могу напутать какие-то там персонажи, пошла к редактору местной газеты, который там прослыл мафиози. И говорит, вот, дескать, я хочу вступить в мафию. Он говорит, да ты что, я недавно написал последнюю колонку о последней мафии, мафии нет, не существует, с ней развел. Тогда она пошла к начальнику местной полиции, который тоже свою мафиози крупную, и сказала ему, что вот хочет вступить в мафию. Он сказал, что он посадил последнего мафиози, и мафии в городе нет. Тогда она пошла к мэру, который считался боссом всех мафиози, и тоже сказала о том, что хочет вступить в мафию. Мэр разорвал на себя одежду и сказал, что пока он на этом месте, никакой мафии никто не пройдет. Курица вернулась в курятник. И когда подружки подбежали и спросили у нее, ну что, ты вступила в мафию? Она сказала, мафии нет, ну куда бы она ни пошла. С тех пор куры стали ее уважать. Куры начали уважать ее. С тех пор куры стали ее уважать. Да, ну что, мафия, все понятно. Вот. Куда бы мы ни обратились, нам говорят, мафии нет, преступлений нет, никаких. Все замечательно. А почему? Потому что мы богатые, но вы не найдете, где мы согрешили. Вот о чем идет речь. Я разбогател, но в моих делах никто не найдет никаких нарушений закона. Да, все по закону, потому что эти законы тоже писал я. Итак, нет параколео. Нет утешителя. Под солнцем утешителя нет. Весь человеческий организм поражен. Вот наша природа, поскольку мы часть этого пораженного организма, она постоянно этому, вот они-то да, но мы-то нет. Мы-то нет. Мы-то к этому отношения не имеем. И мы постоянно пытаемся от этого дистанцироваться. На самом деле, если даже человек уходит
разрывает социальные связи, уходит в горы, греховная природа идет за ним в горы. Она же никуда не девается, да. Как тень человека никуда не может деться, так и его природа от него никуда не денется. Никакого под солнцем на самом деле утешителя нет. Соломон прав. Совершенно прав. Но есть такая молитва. Василеву Уране. Параклите то пневма ти салифиас. Марк, какую молитву вы читали сегодня перед началом занятия? Утешитель. Какая молитва? Слова? Царь Небесный, Василий Уран, да? Утешитель, а дальше Дух Истины. То есть параклет или параклит, от древнегреческого параклитос, заступник, защититель, в Новом Завете утешитель, и вот что мы о нем знаем. Мы знаем о нем из Евангелия. «Если любите меня, говорит Господь, соблюдете мои заповеди». Заповеди Христа вы знаете. Это не 10 заповедей. Соблюдете мои заповеди, да. «Я умолю Отца и даст вам другого утешителя». Почему другого? Значит, он был утешителем, сам Христос, которого распяли. «Да пребудет с вами вовек». Когда Христос перед Духа истины. Кому Марк молился? Святому Духу. Да, то есть почему мы молимся перед началом всякого дела? Царю Небесный, утешитель души истины. Единственный истинный утешитель. Друзья мои, не те, за которого вам говорят голосовать. Не те, которые ваши добрые друзья и знакомые. Не те, которые вам что-то обещают сейчас ради чего-то. Нет. Дух истины не под солнцем. Он вне этой парадигмы. Поэтому в области материальной мы не найдем, за что нам ухватиться. Мы не найдем. У нас есть только одна возможность. Почему Господь говорит «утешитель душ»? Он исходит от Отца. Мы веру когда читаем. Да, да. И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца Исходящего, со Отцом и Сыном Споклоняемого, глаголовшего пророка. То есть... То, что получается, до крещения они утешители. Это до схождения, это до схождения Святого Духа, до Пятидесятницы. Почему мы с вами говорим? Только получается, когда крещен, получает утешителя. Да? Да. Почему мы с вами, да, почему мы с вами празднуем Пятидесятницу как день рождения Церкви? В этот день дети огненных языков приобщились. И что Господь говорит, когда придет Дух истины? Вы не будете нуждаться, чтобы кто учил вас. Да, поэтому мы в Евангелии всегда читаем, и вспомнили они, что говорил он им, после сошествия Святого Духа. То есть до этого это информация. Это информация, которую мы читаем в книге, которую мы слышим, которую мы видим, это поток информации, как всякий другой поток, он приходит и уходит. Жизнь в Духе – это другое. Жизнь в Духе – это общение с Богом, постоянное. Что значит в Духе? Это когда твоя душа... У нас есть таинство миропомазания, оно соединено вместе с крещением. Почему оно соединено вместе с крещением? Священник маслом помазывает все части тела, потому что все они принимают помазание Святого Духа. Вот так, как в Ветхом Завете при возлиянии елея. Это уже другой образ жизни. Это уже другой образ. Мы читаем Евангелие от людей, которые услышали Евангелие Христа и жили как-то. Как могли, так и жили. Вот они имели эту теоретическую базу и жили. Но жизнь, но вы не имеете помазания Духа Святого, говорит. Возложили на них руки. Понимаете? Это жизнь в церкви, это пронизанность, это не теоретическое, это не какое-то там знание отвлеченное. Так мы можем о разных религиях услышать. И слышали, да, и разные храмы мы видим. Но когда мы начинаем жить этим, мы начинаем общаться. К Отцу нельзя прийти, то есть к Богу, без Сына, через Духа, через Духа. Да. И поэтому
благодать вам и мир, пишут апостолы во всех своих посланиях, да, от Отца в Сыне через Духа. От Отца в Сыне через Духа. Нет другого пути. Это иной утешитель. Почему он прибудет вовеки? Потому что второе пришествие, это же хронологически отодвинутое. То есть Христа мы-то с вами не видим. Мы же с вами не видим, мы же вот напрямую не общаемся. А каким образом происходит в церкви общение? Через Духа. Вот, конечно, он утешает. Он посредством веры дает нам благодать. Наше сердце становится объектом, который принимает благодать благодаря Святому Духу. Это тот самый Дух, который, помните, мы, земля же была безвидна и пуста, и Дух Божий. Да, совершенно верно. Вот о ком точнее идет речь. Итак, в этой парадигме царя Соломона есть две антиномии. Теперь они выстраиваются, мы как новый представитель Нового Завета об этом знаем. Погрязшее во грехе человечество. И поверьте, если кто-то из нас с вами, я скажу вам, что вы, я не имею к этому отношения, я не имею отношения к греху, я вот такой хороший, вот и вы будете все хорошие, только поверьте мне, это уже будет уже Евангелие. То есть я пойду против истины, которая заключается в том, что человечество испорчено грехом. Если я скажу, что я не такой, как все человечество, я вас обману. Вирус греха, как он вошел. Совершенно верно, как вирус, он да, пошел, он проникает, он человек его уже, видит да. только по проявлениям. Да. Да, змея, который находится внутри, видишь, да. по проявлениям. И если кто-то, неважно кто, когда-либо заявит, что он к этому отношения не имеет, то это лжец или человек, который сам обманывается и обманывает других. С другой стороны, Господь. С другой стороны, Господь, который видит свое творение в таком состоянии. Ну, вы представьте, если Соломон это видит, как это видит Господь? Если Соломон это описывает, ну, мы с вами и говорим. Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца Исходящего, поклоняем и славим. Дальше. Говорившего через пророка. То есть вот благодаря чему мы это читаем у пророка. Все, что мы сейчас читали, мы читаем благодаря тому, что они не просто так были умными людьми, сидели и обличали собственное общество, как, скажем, наши сатирики, предположим. Нет. Они открывали тайну пришествия Христа. О чем говорит Дух Святой на протяжении всех этих тысячелетий. О том, что скоро изменится эта ситуация. Следующий стих, пожалуйста, второй и третий. Да. И посчитал я, что те, кто уже умер, счастливее тех, кто еще жив. Но лучше их обоих тому, кто еще не был рожден, кто еще не видел зла, которое творится по отцу. Да, почему? Потому что мы такую картину увидели с вами, что в таком обществе лучше не жить. Если вам расскажут о такой общине, о таком селе, о таком городе, или о такой стране, да, или о такой цивилизации, вы скажете, Господи, ну лучше мне туда не попадать. Но здесь речь идет о жизни. Тебя не спрашивают, ты в этот мир хочешь прийти или не хочешь прийти. Ты в этот мир пришел. И поэтому Соломон, опять-таки, находясь под солнцем, он говорит, ну если так, тогда... Ну, лучше быть мертвым, чем живым. То есть лучше быть уже умершим или еще не родившимся. То есть не находиться в этом состоянии. Почему? Потому что это зло. Это зло, это страдание, это неправильно, так не должно быть. Лучше тут не находиться. Он, я прославил мертвых, говорит он, потому что они уже скончались, слава Богу, они всего этого не видят. Да? И точно так же живых, кто еще не был, или не пришел. Умершие не страдают. Это вот представление до пришествия Христа. До пришествия Христа. Знания человечества о загробной жизни еще были очень и очень туманны. Вот. То, что мы читаем, предположим, у Гомера в Одиссее, да, там, когда приходят некие тени, и тени общаются, находятся они в аду.
но они общаются, что-то там все. Но человек не знает, что там за пределами смерти. У человека нет естественных каких-то, ну, собственно говоря, и сегодня естественных каких-то доказательств не существует. Все, что мы воспринимаем по своей вере. Ну вот высказывание одного из христианских проповедников. Люди подобны глупым рыбам. Видят, как друг друга ловят и вытаскивают из пруда жизни. Ну, рыбу, когда достают из пруда жизни, она же погибает. То есть люди видят смерть. Но не видят, увы, огня и сковороды, в которую бросают тех, кто уже умер. Потому что по ту сторону рыбы нет живой. Она не находится на берегу, тем более возле сковородки на кухне. К сожалению, люди видят только вот сам процесс. К сожалению. К счастью. Мертвые, которые были уже мертвы. Эта фраза интересна, вообще она подразумевает, что есть мертвые, которые еще не умерли. Мертвые, которые еще не умерли. Это кто может быть, Марк? Христос их тоже описывает. Мертвы при жизни своей. Мертвым хоронить своих мертвецов. Это люди, которые живут под солнцем. Для них важен умер, захоронить, соблюсти все, что необходимо соблюсти, и так далее, и так далее. И при рождении точно так же. То есть участвовать в этой круговерти под солнцем. Без утешений, без всего, что дает Евангелие, без всего, что дает Христос. Поэтому он и говорит, оставь мертвым хоронить своих. Мертвым хоронить. Мертвым при жизни. А у мертвых при жизни он имеет, что они так, они жили такой жизнью. Почему они? Мы все без Христа живем такой жизнью. Нет, здесь нет никаких они. Здесь есть мы. Речь идет о человеке. Вообще большинство населения так и живет. Четвертый стих, пожалуйста. И увидел я, что весь труд и все достижения происходят от зависти людей друг к другу. Удивительно. Да. И это тоже суета, это погоня за верой. И увидел я, что всякий труд и всякое умение в работе только от взаимной зависти. Замечательное чувство, правда? Человек. Душе человека. Это тоже суета, говорит он. Не надо завидовать. Это тоже суета и погоня за ветром. Итак, люди часто видят все то, что есть у других людей. Ну, чужое слаще и так далее, и так далее. Да? Они смотрят на других людей, завидуют, тратят время, силы для того, чтобы что? В их представлении ценностной ориентации куда-то там вытянуться, да, куда-то там чему-то соответствовать. Я помню, что очень часто у пожилых людей было такое, жили не хуже других. Это представляете, как надо было прожить эту жизнь каждый раз, чтобы быть не хуже, а не хуже. Вот так вот и в конце жизни говорят, писатель верующий. Это имеется в виду, что честно, правильно. Однако, зависть, она не приводит к хорошим результатам. Зависть очень часто чревата и потерей друзей, и семейными неурядицами, понятное дело. Есть такое выражение, я завидую белой зависти. Красиво. Это тоже слова. Эстетика очень красиво. Вот дословный, буквальный перевод. И видел я, это септуагинты. И видел я вместе с тем весь труд и все мужество творения. Потому что это зависть мужа, это человека. Это зависть человека к товарищу своему. То есть вот все, что он делает из чувства зависти к творящему судьбе. И он говорит, и это все суета и давление духа. Пятый стих. Да. Глупый сидит сложа руки, слабеет от голода. Лучше одна гость спокоен. Спасибо. Пятый стих. Глупый зилос. Ревность, пыл, рвение, усердие, зависть. Это предыдущий. Да.
Итак, афрон – неразумный, безрассудный, нерассудительный, безумный или кисил. Глупец, невежда, безрассудный, неразумный. Он сидит, сложа руки. Это ленивый человек. Он, в отличие от того, который все время завидует и что-то делает, чтобы потянуться, он ничего, он может и завидует, да, но там обобщено. Да, там обобщено, да. Да, совершенно верно. Что значит глупец складывает руки? Он решил, что работать не будет. А если ты не работаешь, то разоряешь себя или своих близких. Одно из двух, да, либо ты движешься, либо река тебя сносит, либо ты плывешь, либо тебя сносит. Вот это река жизни. Ну и, соответственно, если ты решил плыть по течению, то тебя сносит. Человек становится бедным, человеку нечего есть, он впадает в зависимость от окружающих. Ну вот в улье есть такие трутни, да, они, вы знаете, очень красивые пчелы. Такие замечательные на вид пчелы, они ничем не уступают всем остальным, если не красивее их. Но это трудней, и он умирает, он разоряет своих близких, он гибнет сам. В основе лежит, конечно, эгоизм. Что лежит в основе? Первое. Такого, понимаете, конечно, тот же самый эгоизм. Но если первый эгоист, он барахтается, потому что его движет зависть к товарищу своему, то второй течет по течению. Он по-другому реагирует на одно и то же раздражение. Итак, у нас Соломон нам предлагает в данном случае вот, до 6 стиха объединить несколько тем. Трудолюбие и успех – это хорошо? Хорошо. А что плохого? Трудолюбие и успех. Чем родиться, если я добор? Что плохого? Нет, лучше сидеть, как этот глупец, и превратиться в труд. Трудолюбие и успех – это хорошо. Мы говорим. Но двигателем является зависть. А чтобы этого не было, просто хорошо. Лень – это хорошо? Не совсем. Да. Хорошо. Лень это неправильно, это разрушительно. Будет есть плоть свою, говорит. То есть разорение. Разорение. Он призывает из предыдущей главы уметь довольствоваться. Тем, что есть, да? Шестой стих еще раз, пожалуйста. Так. Глупый сидит сложа руки и слабеет от боли. Лучше одна кость с покоем, чем две кости с трудом и погоней за ним. Уметь довольствоваться. Я помню, была какая-то передача, показывали хозяина, владельца шоколада. Шоколадом человек занимался, да. И у него изумительный шоколад, удивительного, по-моему, качества такого было. Вот у него, по-моему, свой маленький цех семейный, что ли. Небольшой какой-то бизнес. И вот ему говорят, у вас такие изумительные, такая продукция, вы не хотите расширить ее, расширить. Человек, который это говорил, журналист, который приехал от нас, вот, расширить производство. Он так спокойно на вопрос журналиста отвечал. Нет. А почему? Вот, это же продукция, можно было заработать и так далее. Нет, я просто не хочу. Я просто не хочу. Умение довольствоваться тем, что у тебя есть. Царь Соломон выставляет это под солнцем, как, ну, как и у стоиков, да? Довольствоваться тем, что имеешь. Это вот возможность каким-то образом оградить себя от суеты-сует. Так нам кажется, что это золотая середина. Седьмой стих. И снова увидел я нечто суетное под солнцем. Да что бы он не увидел. Далее. Вот одинокий человек, и ни у кого нет рядом, никого нет рядом с ним. Нет у него ни сына, ни брата, трудам его нет конца. Но глаза его не насыщаются богатством. Для кого же я тружусь, думает он, почему я лишаю себя удовольствий? Это тоже суета, несчастное дело. Ну да, в этих...
человек, у которого нет семьи. Что значит семья? Это связь. Речь идет о социальных связях. Да? И в Ветхом Завете, вы знаете, было, собственно говоря, о чем все пророки говорят? О том, что Мессия родится где? В Израиле. Да, конечно. Соответственно, человек без семьи – это человек, у которого в потомстве Мессии не будет. То есть нужно понимать ветхозаветный взгляд на эти вещи. Это значит, что не в твоем потомстве, а это значит, что ты… Там же работает, человеческое сознание же работает, оно же тоже как маятник ходит, да? Это значит, что ты можешь, ты отдаляешь пришествие Мессии. Поэтому люди, которые не имели семью или имели семью, не имели детей, они считались как-то особо грешными. Господь их каким-то образом, это не как, это не новозаветный взгляд, где апостол Павел говорит, лучше вам быть как я. Нет, это совершенно это противоположная вещь, это Ветхий Завет. Вы же помните Захарию и Елизавет? Да. Родители, да, они замытарели, и у них не было детей. И что думали о таком священнике? Вы представьте себе, это какие грехи должны были быть у праведного Захарии, раз у него не было детей. Это вот взгляд был совершенно такой предельный. И исходя из того, что тут под солнцем, а под солнцем самое главное что? Вообще с точки зрения материализма. Оставить свое потомство. Ну, вы посмотрите на животный мир, из чего это исходит. Да? Оставить свое потомство, вот что является самым главным. Человек же смертен, человек же умирает. Соответственно, оставить свое потомство, это такая, как Розен писала, такая определенная форма, неосознанная форма бессмертия, его желания. И вот о чем здесь идет речь. Человек работает, трудится, а оставить то, что он делает, некому, но не прекращает трудиться. Заметьте, он не прекращает трудиться. Он, Соломон, от его лица задается вопросом, а что ты, как белка в колесе, крутишься, если некуда, да, некуда передать это, почему ты не довольствуешься благом? Для чего тебе еще? Почему твое око не насыщается? Этот вопрос задает Соломон, да. Остановись. Итак, с точки зрения Ветхого Завета, это человек один, у него нет друзей. Это человек одинокий, у него нет никакой семьи. Он одинок, у него нет никаких близких. Второе. У него нет конца его деятельности. Он постоянно вот не может удовлетвориться богатством. То есть это больной человек, иначе говоря. И не задающийся вопросом, для чего ты это делаешь под солнцем. Девятый стих. Двоим лучше, чем одному. Потому что они получат хорошую награду за свой труд. А здесь уже о общности начинает. Да? Тут есть один, который сумасшедший. Теперь двое. Далее. Если один упадет, то его друг поможет ему встать. Но горе тому, кто упадет, и не будет никого, кто помог бы ему подняться. Да, вот тут вот интересный подход. Человек – существо конфликтное, мы с вами заметили. Да? Но вдвоем лучше, чем он. И Господь говорит Адаму в раю, создадим ему подобно, что нехорошо человеку быть одному. Создается Ева, помощница во всем Адаму. Теперь их двое. Вот только их стало двое, что произошло? Грех. Кто Адама соблазняет? Она. Через кого действует искуситель, через да? Кого, да? Вот двое, и начинается вот это вот, то есть создаются двое для того, чтобы они находились в раю, да, и их зрелость духовная возрастала в Господе, а получается, что приходит искуситель, и да, и посредством Евы соблазняет Адама, и в общем все человечество приходит к тому, к чему приходит. Человек – существо конфликтное. Существовать вдвоем нелегко.
втроем еще сложнее, четвером еще сложнее, пятером, шестером, десятером — это вообще как бы общество, это вещь очень и очень сложная. Но если они вдвоем все-таки существуют, преодолевая собственную природу, то это возможно не под солнцем. Это возможно благодаря утешителю. Поэтому истинно говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле, а это бывает очень трудно, просить о всяком деле, то чего бы они ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них, говорит Господь. Вы поймите, что значит двое или трое собраны во имя. Вот вы же помните детские сказки, да? Ну вот, попроси у меня все, что хочешь, я дам твоему ближнему в два раза больше. Что человек просит? Выколи мне глаз. Понимаете, человеческая природа конфликтует, она конфликтна. И без воздействия благодати Духа Святого, двое или трое, а это минимальное количество, чтобы существовала церковь, двое или трое, не один церковь. Церковь – это экклесия. Экклесия, Когелет тоже говорит, Кагалу обращается. Кагал – это собрание. Экклесия – это собрание, это не один. Это не один. И нам часто задают вопрос, а как же монашество? Монашество – это тоже собрание монашествующих вместе. Что есть добро или красно, но есть же жить и брать и вкупе, то есть вместе. Прекрасно жить и подвязаться вместе, когда люди могут друг другу помочь, ну, скажем, в монастыре, да? Но сразу же задают вопрос, есть же отшельники. Вот, понимаете, монашество – это не отшельники. Но да, есть и такой институт, анахаретов, но монахос, один мон, да? Это не один в смысле, в абсолютном значении, это один в смысле социальном значении. В абсолютном значении душа монаха является невестой Христовой. Это не одиночество. Как это один? Что значит? Он что, ушел, потому что ненавидит весь мир? Он ушел для того, чтобы ничто не мешало общаться со Христом. Но это высшая форма подвига. Она не для всех. Ее отнюдь не все даже и увлекаются, не все, хотя у всех есть такие, да, по неофисту такие вот представления о собственной жизни. Итак, где двое или трое, там церковь. Где двое или трое во имя Господа, там церковь. Вот о чем идет речь. Далее, 9, 10 и 11, пожалуйста. Двоим лучше. Так, сейчас. Подняться, да? И если двое лягут вместе, то им будет тепло. Но как согреться одному? Хотя одного и можно одолеть, двое смогут защититься. Веревка, свитая из трех нитей, не скоро порвется. Да. Ну, вот обычно житейское, как бы, здесь представление, которое здесь есть. Компаньон, спутник, когда идут двое, ну, естественно, двое. Это не то, чтобы быть одному. Они могут друг друга поддержать. Это и люди, которые занимаются вместе каким-то делом. Это и супруги, которые в семье. Это и родственники, которые друг другу помогают. Ну, неважно, двое или трое, это всегда, естественно, любая плоскость, которая стоит благодаря минимальному количеству, скольких, трех. Треножник может что-то удержать. Да. На одном ты не поставишь. Тебе нужен треножник, да, вот где двое или трое. По поводу трех нитей, это отсылка к Ветхому Завету, там у царя Давида были три этих самых богатыря, которые там сносили все. Но сейчас речь не об этом. В христианской традиции вот эта тройная нить не скоро порвется, да? Там, где двое соединяются, третья нить – это всегда Господь. Она не порвется благодаря Господу. Вот. Поэтому, когда даже говорят о, ну, мы наши с ним сказали, когда говорят о браке, да, это союз двух, это не союз двух, это союз трех. Да, если это не союз о Господе, то все остальное ветром колеблемое и угасаемое, так сказать, свеча. Если нападут, предположим, двое же могут устоять.
Вот мы знаем такую притчу, примерно. Да? Один человек шел из Иерусалима в Иерихон, по дороге на него напали. А кто его подобрал? Да, самарянин. Вот, самарянин его поднял, самарянин его привел, самарянин заплатил и говорит: на обрядном пути я тебе еще хозяин заплачу, ты только смотри за ним, чтобы вот выздоровел. Двое, правда же? На самом деле трое, потому что самарянин действует не просто так. Самарянин – это посланник Духа Святого. Какие свойства нас здесь интересуют? В труде производительность, то, что сделает артель, она сделает быстрее, нежели сделает один человек. Помощь в нужде, естественно, что общество, ну, неважно, это общество на местности, или это родственники, или это еще кто-то, или это государство, или социальные структуры, которые аккумулируют средства, они могут помочь, когда один из членов в чем-то нуждается. Это же весомая помощь, весомая. Далее, комфорт жизни. Двоим будет теплее. И, наконец, безопасность. Естественно, что вдвоем, втроем, вдесятером отбиться легче, нежели одному. Мы только что говорили, почему пророки постоянно обличают не ущемлять права вдов. Почему? Потому что она одна. Сирот. Почему? Потому что они одни. Чужестранцев. Почему? Потому что они тоже не защищены. Вот об этом идет речь. 13-14 стих. Лучше бедный, но мудрый юноша, чем старый, но глупый царь, который уже не прислушивается к советам. Юноша вышел из темницы, чтобы стать царем, хотя он и родился бедным в своем царстве. Вот интересный такой подход. Вообще-то в древности, как и сейчас, считается, что старики, они мудры. Перед лицом седого восстань, говорит закон Моисея. Да? А здесь вот говорится, лучше отрок бедный, но умный, чем царь престарелый да глупый. Не о далеком прошлом рассказывает Соломон. У него отец был, перед отцом был царь. То есть два его предшественника, царь Саул и царь Давид. Саул был помазан, но что с ним произошло? Там его злой дух, его сердце открыто, а отрок Давид, он кто? Царь Давид, который все говорят, царь Давид, он кто? Пастушок. Он пастух, он пастух, он пас там каких-то, причем вы помните, когда Самуил пришел и спрашивает, а где твои сыновья? Тот привел сыновья, большие, статные, красавцы сыновья. Он говорит, нет, Дух Святой не говорит, что не они. Кто-то еще должен быть, какой-то там вот, где-то там есть, говорит, один мальчишка там пасет. То есть вот они стоят, бери, помазывай, казалось бы, что нет, не внешний фактор. Не внешне Господь не выбрал статных, красивых детей из этого рода. Нет, он выбрал какого-то там пастушка. То есть ему там вот самые такие род занятий давался. Но Давида. А Давид у Микеланджело такой красавец. Какой? Нет, он действительно был крепким человеком, да. Но Микеланджело представитель у нас какой? Какого направления? Он какую эпоху творит? Возрождение. Возрождение чего? Античных представлений. Античных. Поэтому он Геракл. Античных. То есть, если бы Микеланджело просто Геракла бы нарисовал, то, наверное, папа бы не заказал ему этот. Или слепил там, или неважно. Папа бы не заказал. А тут берете религиозных. Почему у него Христос бодибилдер? Чего он Сикстинской империи бодибилдеры изображены, накачанные такие? Потому что ты берешь религиозного деда и усваиваешь ему древнее античное представление о красоте. Вот и все. Вот и все. Это эпоха Возрождения. Ну, там а свои... что, Давид, получается, вообще по
Нет, он крепкий воин, он, да, он понятно, отбивал козленка у льва, у Скибна, да. Ну, молодого льва. Но он крепкий он, человек, да. Но воин. Это не высокий, красивый, я статный, понимаю, голубоглазый. Ну, он вообще принадлежал к этой фамилии? Сын, да, он младший. Потом это младший брат. Просто маленький еще. Ну, маленький еще почему? Нет, маленький по возрасту. Молодой совсем. Тут у него были готовые сыновья, смелые, штатные. Да. Он еще по возрасту маленький. Да, 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 да. Итак, лучший отрок бедный, но... Но умный, чем царь престарелый, но глупый. Саул – это, конечно, явление то еще. Да, то еще. Но вы помните, что почему этот блин оказался комом? Потому что именно Саула они выпросили себе, как у других народов. Да. Хотим царя, как у всех. Вот, вот вам, одержим злым духом. Давид приходил, играл на арфе и под это пение отпускал дух. Саула, а в один из них он схватил копье и бросил того, кто да. играл, то есть Давида, едва не убив его. Да. И он еще много чего совершал. Но с этого начинается монархия. С этого начинается то, что мы сейчас читали, о чем мы читали, то есть угнетение человека человеком. Вы не захотели, чтобы Бог был вашим правителем. Ну тогда человек заберет у вас все самое лучшее. Почему? Сердце царя точно так же подвержено различным действиям, как и сердце другого человека. Поэтому и в Византии, в государстве христианском, и в Российской империи, и царстве тоже, в разных балканских царствах тоже у нас на Кавказе существовало вот это таинство помазания на царство. Помазание на царство – это... По аналогии помазания при миропомазании. Почему помазание на царство? Потому что царь, уж коли речь идет о монархии, об власти одного человека, царь, правитель, он несет огромное бремя ответственности за людей. А его природа, мы видели какая. И поэтому призывалась благодать Святого Духа всем народам, чтобы укрепил этого человека. Это очень важно, потому что по своим, мы-то выбираем по своим качествам. Вот мы, что мы пишем там, лозунг «Справедливость», там это что там, еще порядок и все прочее. И вот говорим, вот этот человек нам это даст, нет, вот этот человек, нет, вот этот человек, нет, вот тот человек. Человек нам это не даст. Это вот знали наши предки. И поэтому молились, чтобы Господь это послал. Потому что под солнцем они знают, как и сейчас, знаем мы и этого человека, и этого, и его предков знаем прекрасно, и так далее. Знаем мы все, да, мы просто нагнетаем вот эту вот эйфорию. Из темницы выйдет царить, а это даже царствуя рожден убогим, убогий царь. Убогий царь. Это же на самом деле... Это очень удивительно, вы знаете, люди по факту своего рождения, возведенные на высокие должности, между тем могут быть совсем даже не соответствующими. Но это в истории любого народа, да? Да. Поэтому яркие, выдающиеся личности, они как звезда, как комета на небосклоне, посылаются Господом. Посылаются Господом. 15-й, пожалуйста, 16-й. А когда плохие правители, это почему Господь попускает этих правителей нехороших? Потому что народ заслужит. По грехам. Я увидел, что все, кто жил и ходил под солнцем, последовали за юношей преемником царя. Не было числа народу, что был на его стороне. Ну, за Давидом действительно все пошли, и он дважды был помазан, и на самом деле, да, объединил весь народ, за Саулом не пошли. Далее. Но тем, кто родился позже, не был угоден преемник. Это тоже суета. А это он о себе говорит. Это погоня за ветром. Это очень важно, адекватно себя оценивать. Это очень важно от тебя себя оценивать. Вот Соломон был за Давидом,
Давид, когда умирал, он предупредил его, что многими сановниками, которые тебя будут окружать, они не будут тебя слушать. Давид создавал структуру, которой вот существовал Давид и существовало его царство. Когда ты придешь, ты должен с ними разобраться. Это мы прямо читаем в книге царства. Но сейчас вопрос не об этом. Царь Соломон выдающийся царь. Выдающийся, потому что сейчас в Израиле существуют секты, ну, я их так условно называю, религиозные течения, да, которые вот это Эрец Исраэль как-то рисуют именно царя Соломона, не сегодняшнего государства, не Давида государства, не то, что завоевал там Иисус Навин или еще кто-то, царя Соломона от моря до моря, когда там вот все цари дань несли и прочее, прочее, вот это вот гигантское для их представления государство, которое царь Соломон построил. Храм, который он построил, да, величие этого храма и так далее, они вот именно этим животным вдохновляются. Но именно этим человеком его народ не был доволен. Именно этим человеком такого пика и расцвета. Нет, это должен знать каждый правитель. Особенно под конец. Особенно под конец понимать, ощущать. Правители, они думают, что да, вот это вот. Вы же помните, как-то я вам рассказывал, что когда избирается вот эта средневековая традиция избрания римских пап. Римские папы же когда-то короновали этих королей в Европе и так далее, и так далее. Ну, то есть это был осколок Римской империи на самом деле, почему власть такая была. Среди всех этих варваров, которые пришли на лангобардов и прочих на место Римской империи, и, естественно, вот этот огонь цивилизации горел именно там. И власть выше императорской, да? Короли тебе как бы служат, короли. И когда папу римского избирают, из церемониал с облачением, там, посохи, давится перстень от Рима, от города Рима и мира. Он назначает, власть назначает, да, вообще? Папа Римский избирается кардиналом. Собрание. Кардиналом. Давится ему перстень, дается этот жезл. Тиара, это понятно, это знак власти всегда у всех этих королей и все прочее. А у него она двойная. То есть у него ключи-то двойные. Это же их представление о том, что папа в руках держит ключи. И от светской власти, и раздает кому хочет, и от власти духовной. Вот это вот все дается, вот он, его титул, мы с вами, я вам тоже как-то рассказывал, его титул, первосвященник вселенной, там, и так далее, и так далее, ну, в общем, там, это, верховный, там, понтифик и так далее, и прочее, прочее, но в самом конце, когда все регалии уже, туфельки красили, все на него надето, в самом конце подносится такой поднос, на котором лежит клубок шерсти. Обычно шерсть, да. Зажигается она и сгорает перед ним. С римской фразой. Так проходит слава этого мира. То есть в самом начале, при вот этой всей коронации, это понадобилось вести. Почему это понадобилось? Вы понимаете? Теперь уже, да. Это же природа человека, вот тебя облачили, тебя провозгласили, ты там был каким-то кардиналом, я уже выбираю, то есть кардинал, да? Тебя провозгласили, тебе дали все эти регалии и все прочее, а потом сожгли и сказали, знаешь, вот как вот это, а сам уже шерсть, она уже быстро, как вата, сгорает, там ничего не остается. Да? И все. Вот точно так же все пройдет. Не цепляйся за это. Это очень важно. И царь Соломон это прекрасно понимает. Он говорит, да, это все звучит. Но не нарадуются ему те, кто будут позже. Придут другие и скажут, да мы можем намного лучше. Ну, посмотрите, это же всегда так было. Да? Мы ругали там эпоху застоя, там еще что-то, а сейчас мы молимся на эту эпоху. Мы ругали там еще что-то, сейчас вот, многие традиции, вот, до революции было хорошо, а что, те, кто творил революцию, они, почему они не видели хорошего, да?
Наши реформаторы, там союз развалился, прочее. А что, не видели хорошего в том, что было? Да? Ну и так же и сейчас происходит при смене формации. Всегда найдутся люди, которые скажут, да нет, ничего хорошего нет. Поэтому царь Соломон предупреждает, появятся недовольные. Он это уже знает. Появятся недовольные, будут критиковать, это нормально. И он же не говорит, это нормально. Это тоже суета, сует, говорит он. Это все суета, сует. То есть он хорошо знает природу, природу человека. Да, совершенно верно. Итак, какой у нас стих остался? 17. Да. Следи за своим поведением, когда идешь в Дом Божий. Лучше прийти туда, чтобы слушать, нежели приносить необдуманную жертву, подобно глупцам, которые даже не знают, что творят зло. Да. А это вот как раз таки как бы итог всего, что мы... То есть мы знаем, что из себя представляем человеческая природа. Мы с этим, конечно, не согласиться не можем. Мы же часть человеческой природы, мы люди. Но мы понимаем, Господь открывает через пророков, что из себя представляет человек. Теперь мы говорили о природе, об эпохе Возрождения. Безобразие, они же из этой эпохи вышли. Безобразие, которое сегодня творится в мире. Почему? Потому что обожествлена какая природа? Почитание перед какой природой? Перед греховной. И все проявления греховности, как это, как особая уникальность представлена. Да. Вот потому, почему? Потому что христианин, он исходит из представления о том, что дает откровение. Он не под солнцем думает. Не под солнцем. А человек, антропоморфизм, он, антропоцентризм, он чем как бы... А вот все, что есть, это прекрасно. И обожествлять нужно именно то, что есть. Вот это же из эпохи Возрождения вышло, да, это же из античности вышло. Каков конец всего этого? Все, что есть в греховной природе, мы обожествили, в современном обществе узаконили. Узаконили безобразие. Мы сделали их законами, я их принципиально не называю. И мы делаем, мы дальше идем, и не останавливаемся на достигнутом. Дальше и дальше движемся. Всякое хотение, всякое человеческое движение страстей мы узаканиваем, узаканиваем. Католическая церковь, они идут. Нет, 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 давайте мы сейчас не будем называть общество, потому что это везде происходит, Марк. Везде. Не надо, они не сказали, надо называть они. Они. У нас. Не у них. Братья они разрешили в католическом. Не у них. Это ну, везде. Хорошо, но везде. Почему католическая церковь разрешила однополые браки? А в Греции православное государство почему разрешили? Католическая церковь не узаконивала однополые браки. Ну они разрешили, папа Римский же разрешил. Я читаю информацию, что не правда это? Это не правда. Католическая церковь не разрешала однополые браки. Ну я не знаю, они рассудили. И так далее. Вопрос не в этом заключается. Вопрос заключается в том, что так человеческая природа греховна. Когда человек идет в храм Божий? Теперь. В храм Божий, это самое высокое, что есть. Он говорит, лучше прийти туда и помолчать. А что значит помолчать? Послушать Бога. Бога послушать. Для чего человек вступает в храм Божий? Нежели приносить необдуманную жертву, это ветхозаветный же храм еще, да, подобно глупцам, которые не знают, что творят, что ты просишь. А необдуманная жертва это какая? Необдуманная жертва это с точки зрения Ветхого Завета. Вы приходите в храм и вы просите с точки зрения своей греховной природы. Вы просите не борьбы со страстями, не свободы от страстей, а вы узаканиваете от лица Бога. Это ли не глупость? Это ли не глупость? Итак, на этом мы заканчиваем сегодня четвертую главу. Есть ли у кого-то вопросы? Все понятно. Сейчас, что это такое разумение маленькое. Да, пожалуйста. Ну вот, да. Учение Соломона, да? Ну там постоянно идет то, что вот Сергей Герман говорит, это белое и черное. А давайте уберем черное.
оставить только белое. Значит, что человечество не состоялось, на земляне не состоялись, значит, если у них, они не поняли, что должно быть одно белое, почему нужно было обязательно, чтобы черное было? Вот весь значит, этот вопрос. Значит, да, это вот как раз он постоянно. Это самый существенный вопрос. Один из главных да, форм да. общежития да. человека, что оно не состоялось да. в своем интеллекте, в своем, потому что мы же губим, и природу губим. У нас страшные конфликты на Земле. А то, что было при Соломоне, то, что мы имеем сегодня. Разницы никакой нет. Еще хуже сегодня. Да. Природу уничтожают. Ну давайте во-первых. Да. Во-первых. Здесь очень много, понимаешь, интересных. Вот мы должны сами себя спросить. Мы вообще кто? Вот что важно. Да, да. Вот что важно. А я хотела бы спросить, вот что важно, Господь мы убийцы. Так сделал, чтобы вот это все, что Богом создано. Мы убийцы или же мы созидатели? Вот это очень важный вопрос, который мучает человечество не только сегодня. Ну, это же Господа, в 2023 году. От Рождества Христова в какой месяц сейчас? В сентябре месяце, да? То есть это естественно, что этот вопрос мучил и раньше. Что такое Ветхий Завет? Ведь то, что я сейчас описываю, это ведь царь Соломон нам говорит. Я же это не сам выдумал, да? Это он нам сказал. Это пророки нам сказали. Тоже ветхозаветные пророки. А что такое этот Ветхий Завет? Это Ветхий Завет, который начался исторически, хронологически, мы же с вами знаем, когда Адам, то есть наш отец, да. сказал Богу, ты мне не нужен. И Бог сказал, ты не хочешь быть со мной, но ты умрешь, но ты не сможешь. Точно, иначе говоря, ты не состоишься. Человек сказал, нет, нет, я состоюсь и пошел строить Вавилонскую башню. Не, ну он прям что-то... Пошел строить... Он Бога отрекся. В лице Каина убил. Что, сразу же, что еще сделал? Сразу же, моментально. Во-первых, в лице Адама и Евы обманул. Этот, жена, которую ты мне дал, вот это все она говорит, это не я, это змей. И так далее, и так далее. Вступил в конфликт с природой. Внутренний конфликт, собственно, явил. Дети сразу же убийство. Потомки сразу же побежали строить Вавилонскую башню. Ноев потоп при Ное ничего не решил. То есть он что показал? Нельзя сказать, они плохие, сейчас мы их перебьем. Знаете, если, вы же знаете эту поговорку, если убить всех плохих людей на земле, то единственный оставшийся будет убийцей. Понимаете? То есть вот эта вот золотая середина наказания зла, он же говорит, да, ты хочешь эту золотую середину? Ну давай посмотрим, в каком обществе ты эту золотую середину ищешь. И описывай, что все проникнуто злом. Человечество, говорит Господь, не может, Ветхий Завет, Откровение нам говорит, не может состояться без своего Творца. Вот о чем идет речь. Без своего Творца. Лампочка не может, как бы она ни пыжилась, пока энергия не побежит по проводам, она не светит. Она красивая, мы с вами часто об этом говорим, она прекрасная, она импортная, в конце концов, может быть, да? Но она не светит. Как вот это, видишь, у нее нет предназначения, у нее есть предназначение, но она не может его реализовать. Энергия Бога не идет. А она говорит, я вот сама по себе, мне не нужна энергия Бога. Мне не нужна. Соломон говорит, давай посмотрим нам всем, что будет, если Бога нет. И это то, что мы сегодня с вами находим. Да, человечество и человек не могут реализоваться без Бога. Потому что они несут образ Божий. Как можно его реализовать, если он Божий? Я же не сам по себе... Поэтому придуманы эволюция – это естественный процесс. Но теория эволюции была направлена в качестве оружия в области идеологии. Зачем ее направлять в область идеологии, в область религии? Для чего? Да, мы соглашаемся с тем, что эволюция имеет место быть. Для чего ее направлять в область идеологии? Зачем ее класть в основании человеческого мировоззрения? Для чего?
попытались, потому что это тоже кирпичик в строении Вавилонской башни, строение цивилизации без Бога. И Господь говорит, ну, малый остаток останется в конце, малый остаток, небольшое количество праведных. Он не говорит, что вся земля будет населена праведными. Он говорит, что в конце времен, когда приду, едва ли найду веру. Это вот как зайти в темное помещение и найти маленький огонек в лампадке. Едва, едва, едва теплится. Ну, люди остались со своими страстями сами, и они выкарабкиваются как... Да, одиночество со страстями, они его избрали в противовес единству с Богом. Поэтому... Здесь злая сила гуляет во всю, люди подчиняются им. Совершенно верно. Но хотелось бы, чтобы светлые силы нам помогали. Вот что я хочу. Помолимся? Да. Достоин Есяка, выяснил Божий Дитя Богородицы, Престоблаженной Пренепорочной, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сомнений Серафим, без истления Бога, Слова Вашего, сущей Богородицы, Тя Величая. Спасибо. Спасибо.